Слава и Алексей Балаш. Свинг. Хорошо позанимался? Ага, так спин потянул. У нас под рукой всегда есть нанопласт Форте. На, держи. Довольно удобный способ вернуть себя в строй. Нанопласт Форте. И ты готов к движению. Спасибо, попробуем. Я такая была счастливая, очень не разрыдалась, и говорю, Леш, мы молодцы, мы все сделали. И, конечно, вот эта неадекватная оценка, она нас добила. Я очень хотел увидеть что-то такое экстра, смелое, неординарное. Не хватало страсти. Театральность превышала танец. Я не согласен с оценками. Максим Кожевников. 8. Елена Самоданова. 7 баллов. Конечно, убило. Не надо так с нами. Номер будет веселый? Да. Отлично. Правая нога. И раз, и два, и три. Фу-па. Нам надо чем-то брать. Не одной же красотой и скандалами. Еще поддержку возьмем. Бум. Куда? Я испугалась. Мне по первому времени казалось, что он танцует не очень. А это просто у меня была моя личная неуверенность. Я как мямля. Я вообще не понимаю, чего мне сначала не понравился, но, наверное, это хорошо. Наверное, это такое начало долгой дружбы. Для меня первое место – это когда Слава научится танцевать. Алексей Балаш. Слава, дорогая. Ну вот, в прошлый раз Лена поставила тебе 7, и сегодня утром многие видели ток-шоу с Максимом Галкиным утреннее, где там девочки собираются и жалуются Максиму. И в частности, ты сказала, ну как это 7? Леночка, у тебя вот есть возможность лично сейчас высказать все. Не, ну если сейчас будет 7, я как бы пойму, что это адекватно. Тогда вообще было не объективно, абсолютно, я не согласна. Но сейчас я забыла все шаги, вообще все не перепутала. Говори, Лёшка, сейчас не говорите. Можно у меня пользуешься случаем? Конечно, сейчас. Да. Сосредоточься. Я сегодня не только танцующий мухомор, я сегодня еще такой российский триколор. Я хочу поздравить всех мужчин с наступающим 23 февраля! Мальчики! Слава вам, здоровья, успеха! И еще сегодня в моем, просто в моем зале, моя маленькая дочка Сашуня, я люблю тебя. Это для меня самые лучшие судьи. Леша, извини, что забыла шаги. Авангард Николаевич. Да. Здесь, безусловно, была страсть, была связь.
и была легкость, которая очень идет к этому стилю, и без которой его не может быть. Может быть, чуть лучше, чуть хуже, там больше ошибок, меньше ошибок, но была вот эта безбашенность и отвязность, и вместе с тем чувство формы. Так что я доволен, спасибо. Спасибо большое, Лена. Что я хочу сказать? Замечательная лишь хореография, потому что Слава выглядела в ней просто сногсшибательно. Все трюки были феерически исполнены. То есть ты собралась, у тебя нашелся и центр, да, и собранность. Ты не развалилась ни на одном трюке. И ты всегда была в танце. Ты танцевала с музыкой. И это было замечательно. То есть 7. Да, это в стиле Лены. Бесподобно. Илза. У меня тоже к вам совет на будущее в проекте, когда вы будете существовать. Пожалуйста, не показывайте, ничего не говорите, что у вас не получилось. Зачем вы стоите и оправдываетесь? Вы изумительно станцевали. И вы даете шанс всем нам подумать, а может быть, правда у нее было что-то не так? Вы просто на комплименты нарываюсь, я же женщина. Вы сделали, кстати, вообще сделали. У нас женский проект, что нас все ругают? Ну, надо хвалить, боготворить. Ну что, ублажать. Я наоборот радовать. Мы я хвалим. Наоборот благодарю Слава. И вас. Ты просто не слышишь в свой адрес хороших слов. Это, да, это признак какой-то неуверенности в себе. Да? Конечно. На будущее Леша никогда это не показывайте. Это было очень хорошо, это было задорно, это было весело, это было, по-моему, очень стильно. Спасибо, Илза. Бегите к Максиму, поздравляйте его тоже. Он у нас тоже мужчина. Замечательный номер, ребята. Очень понравилось. Очень. Славочка, сегодня ты довольна собой прежде всего? Ну вот сегодня как раз я вообще недовольна все, собой. Все, молчи. Вспомни, что тебе говорила Илза. Никогда не говори, что ты недовольна собой. Дождись оценки. Не, ну мне было весело. Я все время кричала: «Леша!» Он... Во время танца? Да, я кричала: «Леша!» Леша, он говорит: «Крутись!» Что он кричал? Ты что кричала? «Кипяти бигуди» или что? Он говорит: «Крутись! Налево, направо!» Я просто такая, как сосиска. Улыбайся, крутись! Сейчас я хочу проверить давнюю пословицу: «Плохому танцору тапочки мешают». Значит, Андрей, ты уже босой, поэтому я для тебя приготовил специальную обувь, в которой ты сейчас будешь танцевать. Это резиновые рыбацкие сапоги. Я предлагаю доказать настоящему танцору не мешать ничего. Надевай, пожалуйста. Леш, ты зря смеешься. Для посложнее, тебя да? Вот эти замечательные снегоступы приготовлены. Посложнее. А да. Ты всегда будешь приносить, что у тебя в гардеробе есть? Ты знаешь, конечно. Более того, к концу проекта в моем гардеробе не останется уже ничего. Сейчас наш оркестр по моей команде. А где им танцевать? Я думаю, вот здесь, да, перед столом. Достаточно. Далеко не уходите, чтобы ваши ноги были в кадре. Танцуй добро! О-о! Музыкальное сопровождение Слава! Танцуй добро! Все желания души направляй на добро! Или чаще Леш, не отдави Славе ноги. Да, до этого, как человек танцует в снегоступах, я видел только на склонах Альп. Спасибо большое, аплодисменты. Ну что ж, вот это уровень. Уважаемые члены жюри, если вас недостаточно впечатлили танцы Алексея и Славы на паркете, то я думаю, танец Алексея в снегоступах, а Андрея в сапогах рыбака завершили картину. Ваши оценки, пожалуйста. Максим Кожевников. 9. Илза Лиепа. 10. Сергей Филин. 8. Елена Самоданова. 8. Авангард Леонтьев. Мне нравится, сказала Слава, и действительно, кому не понравится, 45 баллов от нашего строгого, но справедливого жюри. Ну, я вас поздравляю, оценки вдохновляют Славу, и в утренней программе, в следующей, она уже не будет ругаться, она будет в хорошем настроении, может, даже что-нибудь нам споет. Ну, а сейчас мы узнаем, что ждет нас на паркете прямо сейчас.